Мы просто приземлились, просто. Сейчас, короче, пойдем в его логово и попробуем мы его арестовать. Что будет? Вот просто, что будет? Какая будет концовка, если его арестовать? Здорово. Я за тобой пришел. Агнец снял пятую печать. Я увидел под алтарем души мучеников, убитых за Слово Божье. Ты готов? Из-за тебя мои близкие стали мучениками. Та же участь ждет и твоих. Походу, я так понял, всех перебью. Но Бог смотрит на нас. Жестко на. И Он будет судить нас по нашему выбору. Я же говорил тебе, что мир на краю гибели. Где презрение, несправедливость. Любой выбор выдает наши грехи. Куда эти грехи привели нас? Куда они привели тебя? Твоих друзей похитили и пытали. Это твоя вина. Множество людей погибло. Это твоя вина. Мир в огне, и это твоя вина. Ты довольна? Да, конечно. Скажи, когда ты поймешь, что не все проблемы можно решить при помощи пули? Я просто там девка играю, поэтому... Увидев тебя впервые, я дал тебе шанс уйти отсюда. Ты осталась. Перед лицом Бога я даю тебе последний шанс уйти. Брось оружие. Возьми своих друзей. Оставь мою паству. Ни хрена, сейчас все поменяем. Иди с миром. Иди с миром. Да ты ненормальный. Разве? Нас вообще здесь не должно было быть. Захватили. Ты сама знаешь, что делать. Сама? Я знаю, что делать. Сейчас возьмем, короче, его. И посмотрим, что будет. Будет, наверное, полная задница, я так понял. Но ничего, мы для этого и пришли. Господь следит. Давай. Сопротивляться, уйти. Презрение, несправедливость. Сейчас будет пиздец. Любой выбор выдает твой грех. Любой выбор. Иоанн ошибся. Твой грех не гнев. Ты скорее дашь миру сгореть, но не переступишь через свою гордыню. Давай. Агнец снял шестую печать, и страшно затряслась земля. И почернело солнце, а луна стала кровавой. Все, я превратился в зомби, что? Мои друзья прозрели. Они открыли мне свои сердца. Они умрут за меня.
Черт, салага! Ты вытащишь. Без вас все будет намного проще! Спасите меня, ё-моё! Изыди, демон! Какая жизнь? Вставай, 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 вставай. Во, что? Вашей жалкой шайке не остановить бурю! Это сраное безумие! Что за хрень, он вернется? Все, что ты сделала! Все, чего ты добилась! Все, ради чего ты сражалась! Ты имеешь мой план! Божечки, скверный был приход. Да, блядь. Давай, поднимайтесь на рост. Какой кошмар. Спасибо. Давай, давай, давай. Вставай. Прижмем его, как следует. Ты не ведаешь, что творишь. Давай, скотина, вылезай. Прости их, отец. Ибо не ведают, что творят. Когда Агнец снял седьмую печать, смолкло все на небесах. И семи ангелам, стоявшим перед Богом, дали семь труб. И сразу гул, гром и молнии, и затряслась земля. Иосиф Сид, вы арестованы. И я услышал голос, который сказал ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю.
Ю, ужас. Все кончено, дитя. Так было задумано. Господи. 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 Себе. Нужно валить отсюда! Ну! Ну! Живо! Хадсон, ты назад! Поехали! Залезай внутрь! Заткнись ты! Я так и знал! Эй, валим отсюда! Давай! Давай, погнали! От атомной бомбы спрячемся! Иисус, я тряпка! Ты это видишь? Где бы ты ни была, что бы ты ни делала, быстро в бункер! Да, блин! Мы все умрем! Тихо! Гони! Почему камера такая? Воу-воу-воу! О, Господи! Ай, ты твою дивизию! Атомный взрыв, на! Еще один! Чертовая бабушка! Конец света. Я думал, там будет... Будет проще. Что-то жестко. Тихо. Все вокруг в огне! Вообще все! Что это было? Это атомные бомбы. Писец. Какого хрена? Ё-моё. А этот свалился из-за страниц? Ах ты сука. Засранец. Добрались до бункера. А, ни хрена. Походу он нас тащит. Что там горит? Да ладно. Ё-моё. Ты его завалил, ты слышишь это? Вот засранец, а. Значит, политиков заставили замолчать. Значит, корпорации уничтожены. Значит, благодатный огонь очистил этот мир. Но главное, значит, я был прав. Коллапс наступил. Мир, который мы знали, погиб. Как долго я ждал.
Как долго я ждал, пока пророчество, переданное мне Богом, исполнится. Я подготовил к этому свою семью. А ты ее отняла. Тебя следовало бы убить. Но ты все, что у меня есть. Вот за ты моя семья. Да, конечно. Не-не-не, ни хрена. Когда мир будет готов родиться заново, мы выйдем на свет. Жесть. А прикиньте, если бы я мужика взял. Ну, я твой отец. Вот а она, ты концовка. Мое дитя. Будешь сектантом, короче, жить. Ай, пиздец. Вместе мы отправимся к вратам Эдема. Ладно, всем пока-пока, подписывайтесь, ставьте лайки, если вам понравится этот видос. Я как бы для вас это снял, потом Far Cry буду удалять, поэтому вот такая вот изюминка типа. Все, всем пока-пока.